Ну что, друзья, сегодня у нас вот такая история. Вот такого красивого выбросили, огромного, истощенного, худого, раненого, страшного. Вот, весь страшный. Красивый зверь. Назвала его барсом. Красивый ребенок, умничка, ласковый, хороший. Да, малыш? Очень худой, ребята. Очень-очень. Спина вообще вся вжатая. Все. Ребенок на остановке подходил к людям, просил поесть. И никто не дал. Да? Большой, красивый, умничка. Мамин маленький. Барсик. Да, барс, огромный барс. Я думаю, что ему лет 5, не больше. Не больше, ребята. Просто он очень-очень истощен. Огромный, он ростом где-то сантиметров 65-70. Огромный ребенок. Морда, как у медведя. Вот заводят таких малышей, а потом бросают. Потому что маленький красивый медвежонок, а вырастает вот такой огромный красивый пес, которого просто предают очень часто. Зачем вы заводите? Посмотрите, какие лапы огромные, красивые, да? И ты мой золотой, ты мой красивый. Все, все, полчашки корма съел. Все, будку мы ему сейчас переделаем, чтобы он в нее мог залезть. Вольерчик у него большой. Иди отдыхай, солнышко. Иди. Теперь уже я тебя никому не дам обидеть. Никому. Красавчик, а малыш устал, намучился. Я просто от этого без ума. Ребята, он настолько ласковый, нежный, огромный. Я ему сегодня животик чесала, я его обнимала, я ему бодалась с ним сидела. Вы не представляете, он потрясающий. Я не знаю, какая тварь выкинула эту собаку. Он удивительный.